итог первых двух недель. То есть, получается, за две недели у нас реальных состоялось около 8 тренировок. То есть, получилось так, что пару тренировок вылетело, и планировали побольше сделать. Но так или иначе, то есть за две недели тело мы два раза прокачали полностью. Получается, что мы на сегодняшний день имеем? Прогресс есть, поэтому так или иначе, я думаю, мы вам выкинем все данные, то есть как мы эти две недели тренировались, по какой программе, то есть примерно как мы питались. На самом деле мы сейчас даже питание пересматриваем, потому что то, что было до этого, нас уже не устраивает, уже мало, надо больше питаться, особенно завтра. То есть, как оказалось, это самый проблемный прием пищи. Мы продолжаем тренироваться, и мы для вас открыты, то есть вы можете комментировать, задавать ваши вопросы. То есть мы готовы на все отвечать. Собственно говоря, мы это делаем как для себя, так и для вас, для того, чтобы вы видели, что нет ничего невозможного. И в принципе, как многие говорят, для того, чтобы был какой-то результат, нужны годы. На самом деле мы это все делаем для того, чтобы вам показать, не годы нужны, а просто желание, упорный труд. И в принципе можно результатов достигать намного быстрее. Мы планируем побольше снимать, больше выкладывать, ну и делать это, соответственно, более качественно. На самом деле, если у вас есть вопросы, если вам что-то интересно, то вы пишите в комментариях, мы обязательно на все вопросы ответим, вам подскажем и ждем вас в проекте. А мы идем дальше тренироваться.